Всем привет, меня зовут Федор Васильев. В этом уроке я хочу вам показать, как можно реализовать в Gridbox вот такие вот иконочки рядом с каждым меню. Само меню Gridbox не такое гибкое, и просто двигая мышь, нам не получится реализовать какие-либо элементы, то бишь иконки, рядом с меню. Надеюсь, это временно, надеюсь, это рано или поздно разработчики внедрят такую опцию, потому что я считаю, что это достаточно интересный вариант. Причем эта шрифтовая иконка, она не будет утяжелять ваш сайт. Давайте посмотрим, как это реализовано. Нам нужно будет прописать небольшой кусочек кода. Этот текстовый документ, который сейчас вы видите на экране, вы сможете его скачать по ссылке в описании под этим видео. Здесь нам нужно взять полностью вот этот вот код. Вот так вот выделить ровно так же, как это сделал я. Копируем. Переходим в режим редактирования страницы Gridbox. Заходим в инструменты редактор кода. И в поле CSS проставляем данный код. И здесь нажимаем галочку. Далее, чтобы система понимала, к чему присвоен данный код, нам нужно прописать класс. Это вы можете скопировать вот отсюда, custom menu. То есть вот это вот два слова. И это нам нужно прописать в CSS суффиксе данного меню. То есть наводим на наше меню зеленая шестереночка, переходим в карандашик, прокручиваем в самый низ и суффикс класса, вот здесь это проставляем. И нажимаем галочку. А теперь самое интересное, как выбрать нужную иконку, которую мы хотим расположить рядом с меню. Давайте сначала посмотрим, какие есть иконочки. Под меню можем просто нажать вот здесь вот плюс, взять плагин иконки. Перехожу на вторую вариацию иконок. И которая вам иконка нужна, вы просто ее выбираете. Я хочу поставить именно точку. То есть это где-то в середине у нас. Вот у нас форм раздел, вот эта точка. Смотрите, нам нужно получить ее код. Правой кнопкой мыши по ней кликаем. Я пользуюсь браузером Chrome. То есть в разных браузерах это по-разному будет отличаться, поэтому если вы слабы в Joomla, в Gridbox и в коде, то лучше также пользоваться браузером Chrome, чтобы у вас здесь не было затыка, да, чтобы вы также все сделали быстро и просто, как это делаю я. Значит, кликаем правой кнопкой мыши по нужной иконочке и в контекстном меню я выбираю самый нижний пункт «Просмотреть код». Дальше у нас подсвечивается данная строка и здесь такая маленькая галочка. Я по ней кликаю. Дальше мы кликаем вот по этому слову «Before». И вот здесь вот вкладка «Style» в правой части экрана. У нас нужно обратить внимание вот на эту строчку. Да? То есть вот этот код отвечает именно за нашу иконочку. У каждой иконки вот этот код, он уникальный. Поэтому мы можем прямо отсюда его скопировать. Закрыть данную опцию «Окно», закрыть окно с иконками, это тоже плагины закрываем. Возвращаемся в инструмент редактор кода, вот здесь у нас уже проставлена иконочка, не та, которая нам нужна, мы это выделяем, удаляем, проставляем нашу иконочку, нажимаем галочку. Вы видите, иконка применилась. Не забываем нажать вот здесь слева в углу «Сохранить». И любуемся на сайте нашими иконочками к меню. Если эта тема вам интересна, если вы недавно познакомились с Gridbox и хотели бы изучить данный инструмент более детально, чтобы создавать потрясающие, красивые, идущие в ногу со временем сайты лендинг пейдж, то я предлагаю вам ознакомиться с моим пошаговым видеокурсом для начинающих. Ссылка на демонстрацию курса вы найдете в описании под этим видео. Спасибо, что смотрели меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если для вас эта информация была полезна. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании к этому видео. А на этом здесь все. Желаю вам хорошего дня и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse, или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik.
Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.